Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Добрый день, дорогие друзья. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также на нашем веб-сайте radio.nvc.com, ну и, конечно же, на нашем канале в YouTube, тоже радио NVC. Пожалуйста, заходите. Я смотрю, там статистику посмотрел, скажем, там 85 человек в день подписались на наш канал. А я забыл представить, напротив меня сидит Олег Патлок. Ну так взял, вот и испортил настроение. Здравствуйте, прямо, да. Олег. Здравствуйте. Да, я как-то вас не заметил. 85 человек подписались на канал, и в этот же день 82 человека отписались с канала. То есть люди посмотрели программу какую-то, подписались, потом началась, может быть, какая-то другая программа, она им, может быть, ну, это не то, что их интересует, они взяли и отписались. Товарищи, членство бесплатное, вам не надо платить взносы. Не дело, у нас разнообразные программы, и вы можете выбрать любую, так сказать, на ваш вкус, либо это политические разговоры, либо это поэтические программы и так далее. А главное, не стесняйтесь подключаться к нашим программам, высказывайте свое мнение. Мы же тут здесь сидим для чего? Чтобы с вами общаться, да. Чтобы, как говорится, вещать вам. Давайте, во-первых, сегодня пятница. Я вдруг вспомнил, что какой-то один радиослушатель нас все время упрекает в том, что мы чем-то вечно недовольны, что вы все время, так сказать, жалуетесь. Давайте начнем с положительного. Но я боюсь, что этому нашему радиослушателю, которому кажется, что мы чем-то вечно недовольны, эти новости тоже будут не по душе, потому что заслуга этих хороших новостей принадлежит администрации президента Трампа. Я говорю сейчас об экономических успехах страны. Посмотрели, сколько же новых рабочих мест было создано за апрель месяц. Все эксперты, экономисты, эксперты, знаешь, как эксперты. В кавычках. Эксперты. Сережа показывает руками кавычки. Эксперты такие, да. Которые все знают. Некоторые. У меня среди знакомых моих есть один парень, который, кроме юридического образования, еще есть экономическое образование. И вот он как бы, я экономист, я все знаю. Ну, я думаю, те эксперты, которые дают оценки, там, служат в банках или где-то еще, так вот они предсказали, что количество рабочих мест за апрель будет 190 тысяч. Ну, на 70 тысяч ошиблись. Ошиблись чуть-чуть, на 70, да. На 70 тысяч ошиблись. Ну, это примерно на количество рабочих мест, которое прирастало при предыдущей администрации. Причем ошиблись не в свою пользу. То есть на 70 тысяч ошиблись. Вот такая была оценка экспертов, 190 тысяч, а получилось 263 тысячи рабочих мест. А при этом уровень безработицы упал до уровня 3,6%. Это последний раз это за было? Последний в 1969 году был зафиксирован такой. Да. Ну, естественно, что наш радиослушатель и, как говорится, примкнувший к ним Шипилов, да, или кто там еще, все демократы скажут, ну, ребята, ну, это же все началось при Обаме. Конечно. Это же все Обама начинал, вот, который я никогда не забуду, когда были праймерис, и Обама агитировал за Хиллари Клинтон. Мы уже, кстати, упоминали об этом пару передач назад, когда он говорит, ну откуда здесь взяться рабочим местам? Я как сейчас это помню, это было в Детройте. И вопрос по этому поводу задал ему афроамериканец. И вот тогда Обама сказал, ну откуда взяться этим рабочим местам? Уже волшебная палочка у него появится. Да, ну вот как-то они взялись сами по себе благодаря Обаме, да, который начал это все. Ну так же, правда, да, Сережа? Как скажут наши братья-демократы-либералы. Одним словом, да. В этом плане у нас радостные новости.
Экономика росла в первом квартале GDP там на 3,2%, хотя Обама нас убеждал в том, что 2% это максимум возможно. Сейчас 3,4, кажется, да? 3,2 было в первом квартале этого года. Так что вот это третий подряд квартал, когда, так что, друзья мои, превышает 3. Все-таки, наверное, Трамп что-то делает правильно. Так что мы не жалуемся на это. Нет, нет, видите, вот нельзя нас обвинять, что мы постоянно жалуемся. В чем-то у нас здесь звонок. Да, давайте примем, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. А приглушите ваш источник. Слушаем вас, да. Алло. Да, добрый день. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот по поводу того, что Надлер прислал Барру письмо окончательное с вызовом до понедельника. Как вы думаете, как будут развиваться события? Мы об этом обязательно поговорим. Мы обязательно, да. Спасибо вам. Спасибо. Мы запланировали. Спасибо, об этом обязательно поговорим, потому что это действительно большое событие. И у меня такая дискуссия идет с моим знакомым хорошим, который и юрист, и экономист, по поводу того, что происходит в Конгрессе. Он сначала пытался мне представить все это, что это, так сказать, ну и чисто юридические тяжбы. Одни настаивают на том, чтобы получить все документы, а другие, как бы, ну, то есть законодательная власть, которая по Конституции осуществляет наблюдение за исполнительной властью, требует свое, а исполнительная власть хочет показать, что она тоже чего-то стоит. Хотя за этим стоит совсем другое. Ну ладно, к этому, да, мы еще вернемся. Ну а теперь несколько... Я хотел немножко сказать такие печальные новости. Несколько дней назад была стрельба в университете штата Северная Каролина. Погибло 2 человека, 4 раненых. Стрелявший был задержан, и губернатор штата сказал, что я попытаюсь приложить все усилия, не приложу, а попытаюсь, чтобы выяснить причину, и чтобы такое в дальнейшем не повторилось. Вопрос. Эти стрельбы уже были не один раз. Уже несколько раз говорили мы здесь, в наших передачах, о том, что нужно делать. Почему до сих пор нет металлодетекторов, турникетов? Почему человек пронес оружие в здание университета? Как? Почему? Где полицейские, которые должны стоять у входа? Где вот эти вот превентивные меры, которые, в принципе, не стоят много денег? Человеческие жизни стоят гораздо дороже. Вообще непонятное происходит с этими детьми. Значит, в одном, я не помню в каком штате, 6-классники готовили стрельбу в последний день занятий. Их, слава богу, их словили. Слава богу, никакой стрельбы не случилось. Но 6-классники готовили. Затем... вот 3 подростков, 16-летних школьников задержали в подозрении в сговоре с целью организовать взрыв в учебном заведении в штате Нью-Йорк. 3 подростка. Это было сообщено 2 мая. И готовили они этот взрыв в Лонг-Айленде, в Нью-Йорке. Напрашивается вопрос, что с нашими детьми происходит? Неужели действительно вот эти все соцсети так влияют на сознание детей? Неужели действительно вот это вот глобальное, так сказать, глобализация соцсетей убирает полностью возможность общения наших детей друг с другом, communication, то есть дети абсолютно не умеют друг с другом общаться, дети не умеют передавать свои мысли, дети не могут разговаривать, все, что не могут, они печатают тупо на компьютере, смотреть в этот монитор и только так передавать. Исчезли эмоции, исчезли те живые глаза при общении, с которыми мы раньше могли смотреть. С детьми что-то непонятное творится. Родители все меньше уделяют времени детям. Раньше мы читали нашим детям какие-то сказки, мы решали кроссворды. Мы с ними проводили время. Сейчас ребенок полностью предоставлен сам себе, потому что есть компьютер, есть соцсети, есть там телефоны. Вот это время ребенок полностью тратит на себя.
я не знаю, как могут шестиклассники додуматься до того, что они собирались открыть стрельбу. И где они взяли это оружие? Вот скажи мне, откуда оружие у шестиклассников? Да, могли украсть у родителей, могли... Ну, у родителей, скорее всего, оружие спрятано. Понимаешь? То есть это еще раз говорит о том, что... то оружие, которое спрятано, стоит в сейфах, дети вряд ли могут взять. Ну, такие случаи имеют место, когда дети получают доступ к оружию родителей. Вот такой негатив, к сожалению, в пятницу. Негатив. Понимаешь, все-таки дьявол на свете существует. И никакими законами ты его не отменишь. Ну, вот эти вот 16-летние ребята, которые готовили взрыв, у них дома были обнаружены книги, как говорится, как это называется, пособие, как самому создать бомбу. В интернете полно таких пособий, как создать бомбу. Невероятно. Ну, что-то... Послушай, наверное, я не знаю, это не новая проблема, мы просто смотрим на нее с новыми глазами, но вообще эта проблема старая. Во Флориде 14-летних девчонок задержали, они планировали массовое убийство. Так что, давай, и еще одна неприятная новость, но это уже совсем наша местная, но наряду с тем, что налогами на недвижимость нас тут душат, давят, выдавливают отсюда людей, выдавливают бизнесы, то есть политики просто... Как будто они специально... Ну, не, я не думаю, что они делают это специально. Их просто это не интересует. И вот когда мне говорят, ну как же, ну они не могут делать это вопреки, так сказать, интересам, потому что они же тоже тут живут. Я все время вспоминаю пример Жданова, когда во время блокадного... Я не устану это повторять. Это очень яркий, очень показательный пример. Когда люди в Ленинграде умирали от голода посреди улицы, да. Жданов кушал черную икру. Вот так же и с этими. Когда люди не могут позволить себе свести концы с концами, выплачивая налоги, фи, всевозможные, когда местное правительство просто обдирает работающих людей, эти в свою очередь политики наверху, там губернатор, Мэдиган, Шмэдиган и прочие, так сказать, деятели, они придумывают какие-то проекты, они делят какие-то там... бенефиты, повышают себе зарплату бесконечно. И их это не волнует. В кормушку-то надо их давать какую-то еду для себя. Прицкеру вообще какое дело до того, что там тысячи, десятки, сотни тысяч людей в этом штате кое-как сводят концы с концами не потому, что они не работают, а потому что они работают, но вот такие прицкеры и мэдигины обворовывают их в виде налогов. Мало того, что они эти налоги повышают, придумывают все, что хочешь. Это на уровне штата, это на уровне каунти, это на уровне города. Все эти чиновники способны только на одно. На моей памяти не было случая, чтобы на каком-то уровне кто-то мне сказал: так, я понимаю, вот вы работаете, налог непосильный, тяжело, наверное, у вас давайте еще дети. Снизим. Давайте-ка снизим налоги, чуть-чуть. Чтобы вам жилось, хоть какая-то отдушина появилась. Ни одна фигура политическая чуть не вырвалась. Ни одна сволочь. Не вышла и не сказала: давайте-ка подумаем о тех, кто работает и платит налоги. Может быть, действительно, потому что, ну, статистика уже, ну, посмотрите, на протяжении многих лет из штата... из города, из Чикаго, люди бегут. И бегут они не потому, что хреновая погода. Люди прожили здесь по 50, по 60 лет, 20 лет. Они знают, какая здесь погода. Сережа, Высоцкий пел свои песни о нас. Обложили нас, обложили, гонят на номера, да? А то начинают, да, это потому что погода, это да никакая не погода. Нормальная погода, как Средний Запад, что вы хотите. И нет, все равно они делают все в своих собственных интересах. Так вот, мало всего этого, теперь готовьтесь. Вот, на сегодняшний день налог на каждый галлон бензина составляет... Я почему к этой теме вернулся? Потому что вчера заправился, 3 с чем-то стоит самый дешевый бензин. 3,20. Это, подожди, Сережа. Самый дешевый бензин. Это при том, что цена на нефть драпнулась. Это самый дешевый на наших заправках. А если в город? А в Чикаго это, наверное, на 50-60 центов выше. А у них там еще свои налоги. Или сколько там? У них там свои налоги. Так вот.
Да, они, это при они... том, что у нас, мы сейчас, у нас самая большая добыча нефти, в нефти, 12 чем-то триллион, миллионов баррелей в сутки. В сутки. У нас сейчас самый большой запас баррелей, 10 миллионов баррелей. И при этом, да, и цена такая. Так вот, с 19 центов на галлон они хотят поднять до 44 центов на галлон. Это еще не считая местных разных деятелей, особо одаренных, которые еще свой налог могут внести. Ну да. То есть... А еще хотели внести налог на пробег. То есть сколько миль проехал, заплати столько. То есть... Так, значит, у нас что, в Кук-каунти текс 10.25, 6.25 sales tax, это Чикаго sales tax 1.25, 1.75. В общем, они придумывают всякие налоги и создают... У меня возникает вопрос, ну, понятно, вот они там собирают деньги, все, колоссальные налоги, и, наверное, у нас идеальные дороги. У нас, так сказать, качество жизни... инфраструктура с каждым годом все лучше и лучше становится, потому что они хренову тучу денег собирают с нас. У нас есть звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, ребята. Феликс, слушай, я решил в свое время не влезать в политику, это не насчет политики сейчас хочу говорить про экономику. Смотрите, что получается. Вот сейчас поднимают акции, мы все говорим только про персональный income tax, правильно? Да. Мы говорим про все тексты. Нам подняли. Но они еще поднимают corporate tax. То есть они еще не подняли. За это должны еще люди проголосовать на выборах. За это надо изменять конституцию. Да. Правильно? Похоже, да, что скоро у нас будет сама своя конституция. Есть предложение такое ввести, так называемый прогрессивный налог. Да, прогрессив. А в Сенате, в местном, уже проголосовали за это. Дальше они должны проголосовать в Нижней Палате и вынести этот вопрос на референдум. На всеобщее голосование. И я думаю, что вот эта куча людей, которая живет в Кук-каунти, которая определяет вообще все выборы, происходящие в нашем штате, да. Куча людей, которые живет в Кук-каунти, которые, большинство из которых живут на пособие, вот они будут определять исход и этого голосования, потому что им это по барабану. Никогда. Они не платят. Но им это не по барабану. Сергей, смотри, как, что получается. Значит, если поднимут налоги на корпорации, то есть все лендлорды — это в той или иной мере корпорация, любой, больше 4 апартментов — это корпорация, и до 4 тоже это LLC. То есть, если там поднимутся налоги, они поднимутся на значительную сумму, если на 3-4%, то те, кто рентует эти квартиры, они будут это оплачивать. Не лендлорды. Людям где-то жить надо. Наверное, да. Наверное, если они хотя бы частично оплачивают свое жилье, а там же и существуют программы, которые субсидируют, доплачивают. А может повысят, так сказать, эту планку правительства и будет доплачивать больше. Ну, и на их кармане это не отразится. Все равно, послушай, как мы знаем, вот эти все программы, они работают так, что ты платишь, по-моему, 25%. Тогда, значит, они просто не понимают того, что на них это отразится. Понял, хороший поинт. Хороший вот об этом надо говорить. Дальше, на мою корпорацию, если поднимут налог, к примеру, я же не буду платить из своего кармана. Ну, это естественно. Так же, как мне подняли, сделали из Китая, мне добавили 15% на китайский камень, естественно, я поднимаю на те же 15% стоимость. Мы все понимаем, что любой налог на корпорацию в конечном итоге ложится на плечи потребителя конечного. Не в конечном итоге, а в самом начале это ложится на покупателя, на любого потребителя. Я об этом и сказал. Но здесь такая палка о двух концах. Хорошо. Если мы не хотим, чтобы наши работы уходили в Китай, и мы хотим, чтобы все это оставалось здесь, значит, мы должны быть готовы к тому, что мы будем немножечко больше платить за это все. Только ради того, чтобы наши дети, наши внуки имели работу здесь, а не чтобы все полностью ушло в Китай. Все,
Да. Мысли хорошие. Но да, вы ребята, абсолютно правы, мы согласны. Послушай, я не про Китай, ребята, я не про Китай говорю. Я говорю, к примеру. К примеру, да, но мы поняли. Феликс, поняли, поняли. Мы поднимаем цену на бензин. Поднялась стоимость на строительные материалы. Мы поднимаем цену на real estate. Поднимают тексы. Значит, мы должны поднять тоже, потому что иначе производство будет нерентабельно. Ну, это цепная реакция, но оно не может быть нерентабельным, потому что завтра тогда все закроется. То есть оно будет менее рентабельным, давайте говорить так. А теперь, когда вы говорите, поднимут тексы на корпорацию, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду sales tax, который платит корпорация, продавая товары? Или какой? Нет, каждая корпорация платит налоги на прибыль. Я плачу налоги на тот товар, который я продаю. Разный товар. Какой еще может быть corporate tax? Corporate tax. Любая корпорация платит налоги. Я плачу налоги, но... Sales — это один из налогов, которые платят корпорация. Да. Вот я хочу, чтобы вы пояснили. Я не экономист, пускай вот кто именно владеет инструментом экономики. Это скорее даже не экономист, а CPA нужен. Вот это было бы интересно, да, объясним. Потому что, например, тоже в нашем бизнесе мы продаем там товар, и я плачу sales tax. Но, если в других корпорациях есть какие-то вот... Но есть корпорации, которые предоставляют услуги, я не помню, они говорили о том, что введут налог на те корпорации, которые не продают, не торгуют, они не платят налог на продажи. Было бы интересно узнать об этом, чтобы кто-то рассказал. Я помню, что был разговор, что наши местные гении пытались ввести налог на услуги, предоставляемые. Его раньше не было, я не знаю сейчас. Вот этого никогда не было. На продаже это понятно, на продаже всегда был налог выше, ниже. Там сервис, услуги, работа. Ребята, sales tax, он идет только на готовый товар. Да, на совершенно верно. Тексов нету. Да. Например, памятник, он облагается налогом, но установка памятника, она не облагается. Значит, до сих пор еще на сервис налог не ввели, хотя они очень мечтали ввести. Да, Феликс, огромное спасибо, мы должны прерваться. Всего доброго. Ребята, спасибо вам. Да. Пока.